знаю, что и Москва, спасибо вам за врачей и за то, что с первого дня Анастасия Владимировна, пожарные бригады, скорая помощь полностью были включены в процесс. Мы были постоянно на связи с мэрией и с Сергеем Семеновичем. Работали слаженно, и взаимодействие было полное. Мы понимаем, что люди, которые были на концерте, это представители разных регионов нашей страны, как минимум 40. И, соответственно, наша задача за сегодняшние сутки постараться восстановить полную таблицу тех, кто, соответственно, пропал. Сегодня мы с коллегами отрабатываем начало выплат, которые будут пострадавшим, особенно тем, которые на сегодняшний день находятся в стационаре. Списки с коллегами мы собрали, выверили, и выплаты сегодня будут. Москва будет выплачивать не только жителям Москвы, но и всех других регионов, вы правильно сказали, достаточно много из разных регионов. Всем в полном объеме сумма, которую определили вы и Сергей Семенович, будем выплачивать. Спасибо большое.